Вот дома какие строят. И там люди наверху. Пурга, не пурга, работают. Ну, видно, он, наверное, ходит, он передвигается с краю. 21 этаж. Сейчас ходил, посмотрел, страшно смотреть. Даже страшно смотреть. Ни на чем, на столбиках стоят. И рядом вот высокая труба кирпичная, вот она. И уже выше ее. Насколько. Ну, это вот так, сегодня холодно. Рука мерзнет. Я когда вернулся нынче, то у меня на голубятне. Голубей примерно 15 не стало. Осталось всего десяток. Да больше, около 20, наверное. Такие большие перья лежат. А там не бывает твери, что кто-то их терзал там. Вот оно у меня как. Вот. И вот где голуби залетают, вот там вот это вот все внизу железо. Вверху вот это вот железо и вот так. Туда никак не попадешь. Но когда вот эту дверку открываешь, вот она, зайдешь туда, дверка здесь. И вчера я там был, вот так дверку-то открыл, а надо за собой было закрыть. А вот этот кот, вот он где, вот он. Он туда заскочил, и голубя сразу цапает. Я в него рукавичкой кинул, он сюда, да я не знаю. Взял он голубя, схватил, нет. Я пошел сюда, его искать, его нигде нету. Он там в склад забился. Я побежал скорее, там он, где кошки у нас ночуют. И там-то, думаю, есть или нет, тоже не знаю. И оказывается, вот оно как. Кто здесь за голубями ухаживал, он открыл, когда залазил, я не предупредил, за собой дверку закрывать надо. Вот оно где, это все железное, вот это, вот там видно отверстие, это голуби залазят потуда. И он туда заскочил, вот когда дверку эту откроешь, вот она. И все, загадка разгадалась. А на это никак, вот вверху сетка. Сверху нельзя никак прыгнуть на это, вот, торчит, которое это железное, когтями не засыпется. Я когда это все сделал, там крысы попадали, сейчас ничего нету. А вот это вот, это железо охватит. И он, и дверка открыта, он сразу в кот, да кот, она же далеко, он туда прыгнул. Все, узнал, в чем дело. Такое переживание было, бегал, я туда-сюда искал его. Думаю, отберу, может быть, вылечу голубя-то. Опять забежал туда, нет, вроде бы все целые. А все целое, это 10 белых и 2 черненьких, ну, дикие. Ой-ой-ой. Сегодня у нас 29 декабря 2021 года. А вон, я про него разговариваю, а он уже вон он где пошел, кот. Искать где там что-то. Вот так. Вот они. Беленькие. Это все 29 декабря 2021 года. На улице холодновато. Вот они, мои гули, сидят. Сейчас я им брошу семечек маленький. Гули. Вот они где. Ну, скорее слазь. Давайте скорее. Ой, мои гуленьки хорошие. Да холодно им тут. А всего-то только 10 осталось. Кошки, он по тому окошку-то залазили. Теперь я уже все определил так. Кто был, работал у меня тут. Вот это, видишь, дикой. Ой, какие гули мои гули. Ну-ка, давайте. Вот они где. Да. Давайте гули. Ну, завтра, может, я наберу. Ну, скорее, да. Вот они, хорошие гули. Ну, вот они на стол слетают. Тут я семечек маленько насыпал. Всего-то ничего. Были все с хохолками, а сейчас уже разные хохолки-то, хохолки ушли. И которые были ручные, коты их пожрали. Тут столько было вот здесь вот больших перьев. Я говорю, ну как, тут только какой-то зверь жрал. Начал отсюда, он опять вот кот-то. И туда вылазит, там спрыгнул и все. Заходя за собой, надо дверь закрывать было. Вот она где. Ну, всего 10. А было сколько? Одно время у меня на крыше дома было 300 голубей. Вот они где. Да он сюда и залетел. Давай, давай, залазь. Гули. Да семечки тут даю.
Ой, хорошие мои гуленькие. Гули. Вот они где. Красавчики мои. Вон он как крутится. Ну, все. Пшеничка пока есть, еще ешьте. Уделяя пшеничке, уже нету отходов. Там воробьям. Прилетает голову, бывает где-то. Всех охота кормить. Ну все. Сейчас пойду, там буду включать отдельно. Ну, теперь я выхожу. Ой. Это вот зайти-то как здесь. Вот теперь я из дверей тут снимать пытаюсь. Закрываю. Вот замочек у меня тут. Вот. Вот какое дело-то. Лестница, слазить далеко тут. Ой, рука застыла. Ну и что? Баркую, значит, там кота нету. О! Вот она рядом, прям я стою. Вот столбушки на них. Такие тюрьмяки. А вот рядом. Вот она какая. Остановка-то какая. Вот так. Вот она дверь, когда откроешь. А он прям отсюда, вот и кот-то. И сразу туда. Ну а тут-то рядом прям, ну что это? Это раз, ну 60 сантиметров нету даже. И вот эта вот железная палка торчит. Железная, вот. Ой, руки застыли. Все, снизу снимать буду. Вот оно как. Вот эти вот где эти крестовины. У меня тут две их. Вот где скворечник. Косы уже не живут тут. А вот где палка, так внизу идет. А здесь, видите, не рубероид здесь, а фаранит, кажется, называется. Вот. И вот там вот это вот самое главное. Туда дверь, когда открывается, они заскакивали. Ну, сейчас не знаю. Ой-ой-ой, руки отстыли. Вот у нас везде надписи есть такие. И в храме, и в доме.